Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Battle Legion. У нас обновление 16.2. Новая премиальная косметика доступна на сезонном пути с боевым пропуском. Так, в состав премиальных наград этого сезона вошел новый уникальный скин для древнего древа. Камни силы, сезон 3 и 4. Так, эта эра отличается появлением испорченных экземпляров многих камней силы. Их могущество выросло за счет отрицательных побочных эффектов. Так, камни силы нападения. Так, урон 3 обычный повышен уровень. Так, испорченный урон 3 тоже повышен уровень. Клон уникальный, мифический добавлено. То есть мы видим, ребята, что они над камнями немножко поработали. Уже камни есть 3-й ступени. У меня максимально было только 2 2-го уровня. Так, любимый камень силы, расскажи о нем в Дискорде. Ну что, так, спасибо Трепу за то, что он мне пожертвовал. Так, мы с тобой заберем вот это все. Открываем сундук. Так, монетки. Ну, зачем мне эта бомба благословенная? Вот темная лучница, это хорошо. Вот такой, ребята, у меня в данный момент отряд. Коэффициент, как ты видишь, у меня фиговенький, 44%. Надо было, конечно, глянуть рекламу перед запуском. Так, здесь у нас все в откатах. С боссом тоже, ребята, у меня не очень хорошо заходило. Я не набил себе высший сундук. Так, посмотрим, что здесь за 30 осколков. Да чтоб тебя. Бомбот и паучье гнездо. Это все, что я получил. Так, армия. Кто-нибудь у нас на прокачку есть? На прокачку. Песики. Ну давай, песиков прокачаем. Все камни поубирали уже. Так, снижает весь получаемый урон. Нет, на самом деле здесь нужно не урон понижать, а наоборот. Если уровень здоровья ниже 50%, сила атаки увеличивается на 150%. Вот это вот, да. Для псов это вообще великолепно. Так, и здесь, естественно, им надо брать как бы скорость. Увеличит скорость перемещения на 15%. Вот для собак я считаю, что это вообще идеально. Так, у нас и скины еще есть новые. Ох ты, барсуки, пускай будут барсуками они. Так, кстати, мы с тобой еще можем, знаешь, что сделать? У нас 4324 осколка. Соответственно, мы можем с тобой попробовать получить какой-нибудь скин. Так, сейчас я посмотрю, что здесь можно пожертвовать. Так, лучницы, гнездо. Так, этих ребят. Ассасинки мне самому нужны. Эти тоже нужны самому. В принципе, и все пока. Так, смотрим, ребята, по посещаемости. 6 дней. 6 дней, 6 дней. Все это удаляется. Выгнать. И здесь тоже выгнать. Слишком долго не было. Так, тут 2 дня. Пока терпимо. 3 дня тоже терпимо, но уже как бы надо быть настороже. Так, ну что? Оставим с тобой ящик на разблокировку. 12 часов. Ничего себе, он там будет. Здесь заберем. Спины. Так, запросить осколки. Запросить осколки мне нужно, друзья мои. Кстати, я же перешел на 13 ранг и получил друида. Также я получил вот эту вот башню. Запросить. Защитницу будем с тобой прокачивать. Так, подожди, где же у меня эти-то армия? Скины, чтобы приобрести. А, так вот здесь вот. Или нет? В лавке. Так, подожди, в лавке. Вот здесь вот, что ли, в этой лавке? Да, в этой. Ну что, я хочу, наверное, взять... Классический не будем, будем вот этот юзать.
1300 даем и смотрим. Ага, скин. Слушай, ну это обычный. Такой у меня уже есть, дубликат. Ага, преобразуется, понял. Да ё-моё, ну тоже есть. Ай-яй-яй. Как же несправедливо. Давай попробуем тогда за светлых. Так, такого скина у меня нету. Лучники эльфы тоже, по-моему, нету. Угу. Есть дубликат, оказывается. Так, ну что, давай еще раз тогда за темных. Опа, новый портрет. Ух ты. Тоже прикольный, обычный скин. И это дубликат. Итого у меня 674 остается, да? Примерно столько же еще зарабатываем и приобретаем. Теперь смотри, для чего, ты спросишь, я поставил вот этих вот воинов назад. Потому что, друзья мои, слишком часто юзают ассасинов. А вот эти бойцы, они хороши против ассасинов. Очень хороши. Ну что, давай попробуем сегодня. Так, а видимо боевой пропуск нужен, да? Новый, все у нас, а нет. Так, если мы набиваем с собой 2550, я получаю 90 карточек на эльфов. А так у нас тут появляются вороны и вот это древо. Древо видел, но я так и не понял, что оно делает. Я его просто сразу запинал и все. Ну что, в бой? Давай смотреть, что у нас тут получится. Кто против нас? Ох, ё-парасоте. Ну тут жестко будет. Так, это же некроманка, да? Да, ребят, смотри, что происходит. Там еще и скелеты. Некроманку, если мы не убьем, то нас тут раздавят. Нас уже раздавят. Все, кранты. Фейл. Слету. Даже голем этот нам не поможет. Знаешь, почему фейл? Потому что некроманку не уничтожили, он наплодил здесь своих вот этих скелетов. Да и, по-моему, мне кажется, тут уровень был намного круче, чем у меня. Ага, боевой пропуск, говорят, получить. Так, ну что, давай посмотрим. Да не надо мне этого всего. Вот начинает, сразу затравливать начинает. Ну, здесь, наверное, есть шанс. Тут, правда... А, так это ходит? Я думал, ну, ребята не ходят. Он как башня, а она, оказывается, бродит. Слушай, по-моему, здесь надо уже убирать этих ребят, потому что они очень медленные. И здесь, по-моему, они не нужны нам вообще. Смотри, смотри, две башни. Как у него там вжаривают? Всех уничтожает, да? Так. Фигня получается какая-то, если честно. У него две лучницы здесь. То есть они сейчас несут мне, скорее всего, некроманта. Уже снесли. Нет, ребят, надо переделывать. Практически переделать все. У него еще этот разум. Подобьют сейчас лучники, да. Подожди, я не... А, мы же с тобой не победили. Надо переделывать. Так, убираем этих хламонов, потому что я не вижу, чтобы тут ассасины были. Этого лучника я перемещу сюда. Голем пускай на месте стоит. Так, некромант. Вот так, пускай будет. Так, мы убрали с тобой стражей, поэтому я могу сюда воткнуть еще наших ребят с молотами. И, ко всему прочему, можно взять... Блин, еще одну лучницу нанимать не хочу. Зомби можно взять, наверное, да? Или, подожди, не зомби, а... Призраков. Нет, возьму обычных своих вот этих вот копейщиков. Вот так поставим их. Ну давай посмотрим, что у нас получится вот из этой компашки. Ты нифига там призраков, еще и троянского коня поставил. Блин, совсем нехорошо все. Ты посмотри, сколько у него призраков. Блин, меня просто сейчас тут сомнут. Я офигею. Да ладно, призраков, у него видел, какие отряды прокачаны по зомбарям.
не по зомбарям, даже по этим. Тут все это показывается. Вот посмотри внимательно. Уровень 9. У него ассасины. Только я убрал ассасина, все, ребят. Ну. Что там? Ты посмотри, они какие, блин, их фиг пробьешь. Но здесь, видимо, наша победа будет. А здесь он немножко лопухнулся. Он-то лопухнулся, а мы-то с тобой уже 3 раза проиграли. Вот что я тебе хочу сказать. Давай смотреть дальше. Ох, ничего себе. Вот такого я раньше не видел. 1, 2, 3, 4, 5. 5 лучниц. А где мой? Моего уже этого некроманта уничтожили, да? Я так и понял. Ну, башню я подбил. Сейчас ее, если на нее сейчас переключится. А она голема бомбит, да? Она начинает уничтожать голема. Зачем ты бьешь? Лучше бы ты стрелял куда-нибудь в другую сторону. Все, и крышка. Если честно, в первый раз вижу. Вот здесь бы, кстати, очень хорошо было бы применить армию убийц. Она бы их, этих лучников, просто вся бы покосила. И он бы проиграл бы моментально. Трэш какой-то происходит. Оу, башня. Да кто подбил? Лучница, да, вот это вот уничтожила. Что-то вообще не заходит, ребят. Что-то не заходит. Эта башня душ еще дебильная. Все, фейл. Слушай, что за фигня? Новый сезон начался, и мы просто фейлимся. Надо что-то менять. Надо что-то менять, а вот что? Сейчас подумаем. Сейчас подумаем. Но если я возьму ассасинок, к примеру. Сюда поставим, да? Просто хочу глянуть, будет ли какой-нибудь толк из... Блин, сундук королевский. За рекламу? Так, деньги лишними не будут. Заодно, ребята, я посмотрю и карточки понабираю. Раз уж смотрим. Так, друзья мои, новую награду получил. Древнее древо. Этот неподвижный отряд опутывает небольших и легких противников, периодически нанося им урон и не давая двигаться. Вот что делает древо. Окей. Так, значит, нам остается еще посмотреть за монетки. Рекламу, да? И еще карточки. Ну что, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Понятно. Стоп. Буквально одной карточки не хватило, чтобы его прокачать. Смотри, я, кстати, поставил, и коэффициент у меня вообще, ребята, стал 28. 28, давай посмотрим. Блин, ты видишь? Как только беру ассасинов, у него, он сразу берет себе стражи. Ну как вот это, ребята? По-другому не скажешь, что это все сделано специально. Всех почекали, да, у меня, я смотрю. Некроманта уничтожили. Офигеть. Ну, голем, естественно, тоже сдохнет. И вот так вот я заметил всегда. Происходит. Только что поменяешь, сразу же получается, что у него отряд против тебя. Как будто заточен специально. Слушай, я уже, наверное, опустился ниже плинтуса. 2500. Так, ладно. Раз ассасины здесь неэффективны. И зомби наш тоже здесь не особо, да, хорошо рулят. Блин, ну не хочу вот их. Хоть ты что делай. Давай, наверное, возьмем вот этих. Сейчас больше чем уверен, будут ассасины. Так, и гномы. Нет, гномов не могу взять. Скины, кстати, можно заменить же скин. Две башни.
Сколько коэффициент? Все равно 24 остался. Это что там у него? Нифига у него лучника, ты посмотри. Это что за новый тендер такой? Я не пойму. Играть на этих... Ну ты понял, да? На лучницах. Тем более темных. Замечательно, но здесь порвали. Несмотря на то, что 24 был коэффициент. 30%. Воу-воу-воу, опять, ребята, убийцы эти. Ну, башни. Поздняк башни, ребята. Офигеть. Какие-то песики уничтожили практически всех. Замечательно. Просто замечательно. Почему, когда я только начинаю, ребята, снимать сразу на видос, сразу же у нас начинается фейл? Когда я играю за кадром, у меня все идет отлично просто. Опять ассасинки. Да ты заколебал уже своими ассасинками, а? И опять псы. Почему они так быстро? Какого уровня он тут вообще? Смотри, я не могу ничего сделать. Да, друзья мои, это вообще непорядок. Этот еще тут своей дубиной пришел. Блин, достанет, а? Давай лучников валите. А, тут еще вступает в клан Альфред Вик. Ну и, естественно, сейчас башню запинает. Донатское отродье тут играет, я тебе скажу. Вот что. Одни зомби здесь не справляются. Надо выставлять тогда. Кстати, вот эту башню вот так вот, потому что я смотрю, что они сбоку всегда заходят. Пускай замедляшка будет именно сбоку. Угу. А если я, например, поставлю барсуков здесь? Ну, к примеру. Пофаниться я захотел. Давай глянем. Ага, опять у него там ассасинки две. И они бегут. И они бегут уже. Ну, это пипец. Да это по-другому тут не скажешь. Специально стражей сзади ставят, ребят. Ну, стражей ставит он специально против ассасинов. Короче, сейчас мы будем с тобой все переделывать. Полностью, наверное, нашу команду. Здесь вообще ничего не получается. Так, убираем с тобой лужайку. Убираем с тобой один из маяков. Голема. Не знаю, голем оставлять или нет. Алхимиков прочь. Лучницу. Блин, оставим здесь. Этих убираем. Зомби ставим сюда, спереди. Так, гномы. Голема, наверное, впереди поставим. Так, что дальше можно влепить? Так как сзади эти охламоны все равно бегут, поставим сюда этих. Что еще можно здесь поставить? Друида я не хочу делать. Может быть, лучников? Давай поставим здесь отрядик. И вот здесь. К примеру, да? Еще одна ячейка остается, значит, можно поставить копейщиков. Ну что, проверим? 20% коэффициент выигрышей. Так, вот они, ассасины. Сейчас они как раз и всхлопочат. Вот для чего, ребята, эти ребята здесь нужны. Но все равно что-то как-то... Блин, вон там вот лучница бесявая. Ее бы уничтожить, и все было бы отлично.
Блин, некроманта что ли убили уже опять? Ну конечно же. Вот куда она бомбит? Вот объясни мне, куда она стреляет? Фигею. Даже здесь не выиграли. Даже здесь проиграли. Ого. Так, это, конечно, было... Не знаю, зачем он так сделал. Но здесь выиграем, понятное дело, потому что... Эту сейчас зафигачим. Так, Кэхси вступает в клан. Я не знаю, на что он тут рассчитывал, если честно. Куда ты летишь? Куда ты летишь? Тут, конечно, немножко было глупо с его стороны рассчитывать вот на то, что он сделал. 26 коэффициента, то есть это между... Курица, это что, собаки, что ли? Блин, почему мы все время бежим первыми? А, это вороны. Меня, блин, сдвигают. Так, у него что тут? А, у него вон кто еще стоит. Я думаю, что за фигня? У него... Как его, друид? Друид величать? Да. По сравнению с моей армией, конечно, вообще не айс. Так, скелеты. Опять эта башня здесь, а? И армия скелетов, да? Значит, тут у них, вон он, некромант. Вижу я его. Там, смотри, 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 пробивается. Так, ну некроманта мы убили. Точнее, который оживляет, да? Так, и остается у него некроша и башня. Ну тут тоже легко. Вот таких противников достаются, ребята, единицы, понимаешь? Так, 90 осколков получаем. Выпадает друид. 33 камня и скелеты. А, еще и этот... Страждущий дух. Ни разу, ребята, не видел. Очень редко, там, наверное, один или два раза, когда берут вот этого духа страждущего. Опа. Давай, 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 давай. Вот и все, ребята, ассасинов разобрали мы здесь. Стражники постарались на славу. Что тут, блин? А, я понял, понял, понял. Я вижу, 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 вижу. Сейчас мы ее, если уничтожим, все, уничтожили, отлично. Тогда, возможно, возможно, выиграем. Башни, ребята, пинают. Ты посмотри, какие они крепкие. Моя башня даже не справилась с ними, но здесь все равно здесь выиграем. Фух. Неужели пошло потихоньку дело у нас? Отыграем вот эту, наверное, всю энергию, ребята, и будем закругляться. Вернулся, наконец-то, я на свои 2500. Так, ну что у нас тут? Денежка растет, уже 13 тысяч. Смотрим следующий. Ой, ё, ты... Ты можешь себе представить, какая здесь... Какая, ребята, здесь должна быть прокачка? Какого уровня, чтобы вот иметь такую армию? И ты хочешь сказать, что это он все своими силами? Нет. Донатер Галимый. Покупает там по 500, по 200 осколков. За 500 рублей, за 600. С ними бесполезно драться здесь. Это я тебе точно говорю. Это или он играет с самого начала игры, когда она только вышла, блин. Так, что у нас тут? Тут опять же, ну, вот такие вот покупают, ребята, штуки. 250, ну ты представляешь, вот столб этот, 250, он будет шпарить любого голема там с 3 секунд разнесет, если все это прокачать. Но я не вкладываю деньги, поэтому... Видишь? Все у него и башни, и эти отряды. Все у него хватает. Меня это удивляет просто. Лучников там целая армия. Да. Вот зачем ты некроманта двигаешь? Вот зачем ты, блядь, двигаешь некроманта, придурок, блин? Выставил. Без защиты его ставил. Куда он потихоньку смещается, я не могу понять.
Почему мой этот идиот прикрывает не некроманта? А ну все, тут крышка. Столпом прикрывает, прикинь. Да. Вот эта вот балбесина прикрывает столб. Вместо того, чтобы прикрывать мне моего некроманта. Лучница вообще не помогает мне здесь. Вообще никак. Мне кажется, что вместо одного отряда лучников лучше взять отряд топорометателей. Мне кажется, они будут посильнее. Так, а что и тут можно? Да ничего вроде бы как нету. Угу, скины можно поменять. Ну давай вот этого поставим, а то тут уже скин приелся. Этим тоже можно скин поменять. Так, здесь тоже поменяем скин. Здесь тоже, да? Окей. Давай прокачаем. 7-го уровня. Сколько она, кстати? А, 2. Можно, кстати, вместо чего? Поставить на голема. Ой, тихо. Тебе сюда. Давай уберем отряд лучников, наверное. И вот так. Попробуем поставить вот эту вот. Только как вот ее именно назначить на голема? Так вот, что ли? Просто проверим, протестим. Поехали. Угу. Ну давай, бомбим их тут всех. Она хоть лечит потихоньку големчики, отлично. Давай, разносим. В плане, подожди, а как получилось-то так? Я не врубился. Я офигею с этого дурдома, просто офигею, ребята. А, так у него там 2 лучницы было. Блин, я вот смотрю, кстати, очень сейчас заходят лучницы именно. Может быть, нам тоже с тобой взять этих лучниц? Я не спорю, они, конечно, наносят офигенный урон. Давай так вот, наверное, сделаем с тобой еще. Посмотрим теперь эту башню в деле. Башню в деле. Что-то происходит. Этих вообще, ребята, уже замедлили всех, причем. А, барабанщица у него еще, смотри. Барабанщица была. Почему это не работает? Этот застрял. Тундрюк, а? Ну ты посмотри. Ладно, сейчас посмотрим, кто здесь вырулит. Наверное, мы все-таки здесь сможем выиграть. Полетели осколки. Так, наверное, здесь надо. Они не могут пройти. Вот так вот встань здесь. Ну что, погнали? Просто полено тут еще перед нами поставили. Кто там бомбит? А, вот он, этот хлыщ. Оказывается, тут орудует, раскидывает всех. Блин, моего лучника сносят практически моментально, который строчит здесь. Сейчас мы будем тут на полене с тобой висеть, да? До посинения. Нет, смотри-ка, побежали.
Давай, 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 замедленные, блин. Вообще замечательно. Голем рванул в одно лицо, но он, в принципе, должен ушатать один. Плюс он еще, не забывай, распадается на осколки. Есть. Вот так вот. Сколько там мы с тобой? 2520, так вот и крутимся вокруг этого, да? Если посмотреть, ребята, где я был и куда я сейчас упал. Вот здесь я был. Здесь я скатился. Да. Поехали. Ну ты посмотри. Ну вот как, разве это реально, ребята, биться вот с такой армией? Плюс смотри, он там некроманшу эту взял. Мы, как всегда, попадаем по ней, хоть ее бомбим. Я не вижу, что там происходит. Я вижу, что моего некроманта уничтожили. Все. А это нет, это бегает, вон она. Просто раздавили. С такой армией бесполезно вообще что-то делать. И, кстати, знаешь, почему у него такая большая армия? Потому что у него очень много ячеек для армии. С одной стороны, голем это такой бесевый чувак, потому что он все время откидывает армию. Так. Моего голема там уже, я смотрю, распетрушили. А что, его хилит, что ли, или кто-то? Мне кажется, нет? Никто там ничего, никого не хилит. Если ты подобьешь вот эту башню, она еле-еле стреляет, смотри. Пипец. Ну, все, 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 смели тут. Лучник подобьет. Вообще, ребята, эта игра, если честно, она заточена на донат. Без доната у тебя здесь не получится хорошо играть. Поэтому, наверное, мы с этой игрой будем завязывать, потому что, ну, бредотня получается. Денег я сюда вкладывать не хочу, в нее, а без вкладов здесь фиг ты что сделаешь. Или слишком долго нужно ждать, чтобы прокачаться. Слишком долго. Опять моего лучника здесь уничтожили, а? Да нет, тут ледяной голем сейчас бомбанет. Трешуют, конечно, трешуют. Тут еще, конечно, от артефактов много чего зависит. Какой артефакт у тебя стоит? Блин, вот я вот ими пользуюсь, ребята, и нету ассасинок. Вот я уберу его. Сейчас вот уберу, и они появятся. Лучница это все время у меня почему-то под огонь попадает. Постоянно. Давай смотреть. Угу. Это там куда-то мимо пошел. Видел? У него снаряд от этой башни просто снес с удара. Причем пролетел через всех. И потом уничтожил. Замечательно. Смотри, опа. Ну и что тут, кто кого? Мне кажется, нас тут сейчас. Хотя, наверное, мы. Потому что голем здесь один не справится. У нас башня здесь есть. Все, добиваю. Чисто как-то навскидку, на шару, ребят, получилось. Одно расстройство. Одно расстройство. Смотри, три алхимика. Убийцы сзади, вон, бегут. Все. Я тебе говорю, стоило убрать только стражей. Начинается, короче, вот такая вот беда просто. Только убрал стражей, все. Разнесли, ребят, в хлам. Ставишь их обратно, он другую команду тебе подбирает. Так, здесь башня. Ну, одну башню я, наверное, думаю, мы сейчас уничтожим, скорее всего.
А, мы уничтожили уже. Теперь мой голем. Голем мой страдает, потому что... Ну, потому что, ребята, его защищает. Вон там он. Ангелочек, так скажем. Естественно, моего некроманта уже уничтожили. Непонятно кто и как. Я пропустил этот момент. Лучница эта болванка стреляет куда? Вот по ним. Идиотина. Все. Вот так вот разносит. Вот так вот, ребята, нас разносят. Слушай, а если я, например, сделаю, знаешь что? Вот этой башни вообще тогда толку никакого не будет. Огненную тут уже, наверное, убираем, потому что фигня полная. Так. Ну, вот так вот сделаем. Попробуем, посмотрим. Поставил специально эту защищать и големы, и бойцов наших. Потому что, ну, изначально, как ты видел, сразу начинается вот это вот жарево лучей всякой ерунды. А он сейчас, наверное... Нет, я уже думал, соседки будут. И все равно она стоит здесь, охраняет этот пост. Она охраняет пост. Моих гномов тут, я смотрю, расчекриживают потихонечку. Этот обалдуй здесь. Как его увеличать, я уже забыл. Ну, ты понял, да? Сейчас щит лопнет и... Нас уже подожгли. Ты будешь активировать? Ой, нет, ребят. Это все беспонтово. Давай-ка мы с тобой, знаешь, как сделаем? По старой нашей схеме. Когда у нас давным-давно еще мы когда начинали играть, когда не было у нас вот этой вот всей трихомудии, мы делали с тобой немножко по-другому. У нас были алхимики. У нас был заморозчик. У нас... Так, заморозчик. Эту придется все-таки выбирать обратно, да? Стражницу. Стражницу. Два алхимика, один заморозчик. Стражница. Так, башня. Башню надо вернуть. Одну хотя бы сюда. И лужайку. Вот так. К примеру. И две ячейки остаются еще. Ну, возьмем, например. Еще одну башню. Вот сюда поставим. И... Один отряд зомби еще. Давай так посмотрим. Без некроманта пойдем. Ёк-макарёк, ну ты посмотри, а. Хочешь сделать как лучший, а он еще лучше делает. Лучницу мою запинали. Эти стрелки, ребята, просто сносят всех налево и направо. Ты посмотри. Так, если в башню заморозку стрельнем, то она, в принципе, отключится. Угу. Так, ну здесь, да, здесь мы раздавили их. С горем пополам, но все-таки размазали. Так, давай дальше. Вообще. Зачем ты голем ударил? Ты, блин, ты мне только так испортил все.
Так, смотри, 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 смотри. Стрелка минус. Заморозчик моего в минус. Видимо, тележка-то у него была прокачана зашибись, да? Зато у него вот эти башни не прокачаны вообще. Это же мои, да? Да, башню мы здесь запинали. Слушай, ну неплохо. Несмотря на то, что армия здесь была большая, мы все-таки здесь справились. Трындец. Только вернулся к своему, как говорится, изначально, как мы начали играть. Даже еще спустился. Ну-ка, проверим дальше. Ты посмотри, ты просто посмотри, что тут происходит. Ну как, ребята, ну как здесь можно? Ты моего голема просто в 3 секунды уничтожает. 3 секунды, ты понимаешь? Ты глянь, что вытворяет. Отрядов лучников хреново туча. Тут я тебе говорю, у него не может быть 2000, ну может быть он скатился. У него причем еще 2 артефакта. Прикинь? У него 2 артефакта, я до сих пор не могу найти второй артефакт. Поставить, нужный мне. Ну вот как тут можно играть, блин, а? Ну как, друзья мои, здесь, блин, можно играть? О, видишь, что творит. Все, просто пол армии перерезали, ассасинки эти две. Без вариантов. Иногда голем меня так вымораживает именно вот своим ударом, когда он бьет по земле. Вражеская армия разлетается в разные стороны. И иногда она прилетает просто туда, где стоят у меня, например, вот эти вот. Например, бойцов откидывает, и они переключаются сразу на них. Понимаешь? Опять ассасинки. Ну, ребят, ну опять ассасинки. Ну... Нет, 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 нет. Тут расколбас. Посмотри, что вытворяет. Да, голем сейчас раздавит. Я не понимаю, почему лучницу быстро так валят у меня. У них лучница стоит на месте. Моя же почему-то, блин, все время попадает в какую-то фигню. Минус один. Почему минус один? Ниже, то есть я не могу упасть, что ли, получается. Если сейчас опять будет ассасинки, то, блин, нам придется стражи ставить. Нет, здесь нету. Но здесь все 10 уровня. Вот, вот, идет охламонище. Давай, 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 ее подбейте. Угу. Так, этот там получает повреждения, я смотрю. Вон, лучница моя стоит, тупит опять. Бьет какие-то мелкие гальмы. Ну, давай, давай, вот этого, все. Что такое, что тут происходит, я не помню. Откуда тут гальм взялся? С горем пополам. Трэш. 2510. Ага. Сейчас взорвется, да? Но не пропустили. А как тут, интересно, лучники-то его оказались, я не понял. На моей базе я что-то не врубился. С какого перепуга они очутились здесь? Так, давай ему туда залп. Тыдыч. Заморозка. Тут хорошо получилось. Несмотря на то, что у него, в принципе, такая-то тоже солидная была армия. Ну что, последний, наверное, поединочек с тобой сыграем. 100% он будет фейловым. Так. У него 2 и паладин, плюс этот идет. И повелитель разума здесь у него. Вот эту нужно бомбить. Естественно, вместе с... Вот, все, тут уже фейл ему. Потому что мы их уничтожили очень быстро. Голем, по-моему, разумом завладеть нельзя у него.
Тут отравление идет. Эти сейчас бомбанут. Зомби, кстати, тоже не подвергаются разуму. То есть и захватить разум нельзя, поэтому они как бы на нашей стороне. Вот, постоянно. Все. С такими армиями еще можно драться. Но когда ты видел, когда тут все поле усыпано. Ну давай еще один, 49 коэффициент. Так. Там что у него? Там у него некромант стоит. Вжухает по всем причем. Да лопни ты, блин, это защита его. Есть, защита лопнула. Защита лопнула, блин, лучник. Вот куда он строчит опять, а? Куда угодно, только не туда, куда нужно, да? Он в башенку решил побомбить. Понимаешь, он решил побомбить в башенку. Все, им крышка здесь. Есть. Ну, получим мы с тобой. Чуть-чуть не хватает. Ладно, давай еще поединок. Сейчас вот мы с тобой еще поединок и скатимся в самое дно из этого поединка. Стенку поставил, ты смотри, а? Оккупировался, гаденыш. Естественно, если стенка эта стоит, значит будет поглощать. А, ее нет уже. Уже стенку-то мы снесли. Я думал, сейчас души будет поглощать, но нет. Ай, луч у него как бомбит-то, а? Больно. Да, блин, ну... Я офигею, сейчас это уничтожит, да? Уничтожит мне моего роднульку. Они еще стоят все на одной этой грани. Прикинь. Чуть-чуть не хватило. Слушай, надо ей менять. Надо ей менять вот эту вот фигню, которая у нас стоит. Так, что у нас это? Вот это вот. Увеличить силу атаки на 30%. Снимает максимальный уровень здоровья на 25%. Здесь мы с тобой заменим эту фигню. Первая атака наносит на 75% больше урона. Заменить. Так, это первое, что мы заменили. Второе, что у нас там? 30% шанс на радиус атаки сокращается на... Не надо мне вот этого, мы поставим с тобой вот это вот. Заменили. А тут что? Увеличит радиус атаки. Силы атаки не надо. Так, допустим, что у нас на големе стоит. Нет, на големе. Ты кип твой. Ты издеваешься надо мной? Короче, нам проще вот так, наверное, посмотреть. На големе у нас стоит. Обнулить весь урон от атаки в случае... Так, неудачи деактивируются до конца боя. Вот это, наверное, нам все-таки лучше поставить. Меняем. А это что? От одной атаки. Активируется каждые 10 секунд. Нет, фигня. Давай дальше смотреть, что у нас стоит на алхимиках. Так, подожди, на этих у нас что стоит? Уровень здоровья ниже 50%, если атака уничтожена. Так, 150%, ладно, берс пускай будет. А здесь что у нас? Увеличивает силу атаки на 20%, снижает максимальный уровень здоровья на 15%. Ладно, это пускай тоже стоит. У тебя что? Увеличивает силу способности на 7,5%, снижает максимальный уровень здоровья на 12,5. Меняем. 7,5 или 5%, не особо ты разницу там увидишь. Так, здесь поменяли. Ну все, попробуем. Твою налево, тележка, тут еще эта говноежка. Ух, вот об этом я тебе говорил, видишь? Выползли, блин, мою лучницу зачикали. Самый, блин, неподходящий для меня момент.
Так, у него там лучница. Блин, мою лучницу, конечно, бомбанули. Это плохо. Если бы заморозчик попал бы вот в эту башню, он бы ее смог заморозить, и она бы сразу перестала быть активной. Но попробую ее пробить еще. Не вариант, ребят. Это говорит о том, что там охренеть как прокачан был у него этот перс. Вот я, называется, хотел еще пройти один уровень немножко, да? И видишь, все к коту под хвост пошло. Ну ведь башня же практически была заморожена. С какого, блин, перепуга-то? Ты посмотри, какая она там у него армия идет. Опять мой щит, ребята, подвергается. За лучников, что ли? Так, а у него там что, заморозка, что ли, нет? Нет, у него там огнеплюй какой-то. Ну, башню-то будешь уничтожать? Есть. Уже будет попроще, потому что сейчас лучница моя расстреляет их. Надеюсь на это. Да. Дайте мне, пожалуйста, 5 моих рун кристаллов. Ну да, друзья мои, вот вы хотели поиграть, вот я и поиграл для вас специально. И ты прекрасно видишь, какой трэш. Кстати, а у нас же есть дерево, про которое я совсем забыл. Но мне кажется, он не стоит того, чтобы его приобретать. Мы же получили с тобой древо. Где оно у нас? Вот. Улучшим. Что он там у нас делает? А, не дает двигаться. Уж насколько хорошо это дерево, без понятия. Можно, в принципе, потестить, но 3 энергии стоит. Давай прямо сейчас и потестим. Уберем, наверное, вот так. Ух, не хватает. Ну давай так сделаем. Просто, ребята, один разочек проверим, как вообще это все будет работать. Я понимаю, конечно, что это дерево первого уровня. Что оно тут сделает? Ну, посмотреть все равно надо. Ты как он... Ну вот, смотри, например, бегут эти хламоны, да? 5, бедная моя лучница. А, ну я вижу, вижу корни, ребята. Вон они наносят урон. Вижу, вижу эффект, но очень слабо. Если бы это дерево было бы прокачано офигенно, тогда, скорее всего, да. Это было бы топчик. А так... Так оно того не стоит. В общем, дерево себя не оправдывает здесь. Все, ребята, на этом будем закругляться. За кадром, естественно, будем прокачиваться дальше. Дальше, дальше. 47. Коэффициент, кстати, неплохой. 50% побед и выигрыш. Но это на данный момент. До этого все сам прекрасно видел. Фейл за фейлом был. Слушай, а друидка всего лишь одну... Странно. Я думал, что друидка у нас будет много весить. Что, еще можно прокачать? Да, можно. Можно ее... прокачать. Так, а здесь что у нас? Что для друидки здесь можно поставить? Естественно, что-нибудь такое на... Перемещение на 50%. Нафиг оно нужно нам, перемещение на 50%. Снижает весь урон. Что-то хотелось бы на магию. Так, этот ряд нельзя замедлить. Он будет обладать иммунитетом. Снижает скорость перемещения. Ну, блин, я не знаю, ребят. Вот это, наверное, блок. Больше там ничего нету путевого. И где эти алхимики-то? Вот так вот. Давай еще один бой посмотрим. Трындец.
Но с собаками здесь разобрались. О-о-о-о-о, да-да-да-да-да, конечно. Ну, разобрались, ладно. С големом нужно. По-моему, кто? Скелетики мы стали большими. Ну, не скелетики, а воины. Этого до сих пор там не можем подбить. Так, с големом разобрались, да? Давай сюда теперь двигаться. Вот в этом направлении. Друид, куда он побежал? А что, друид тоже привязывается? Он за големом побежал просто. Он побежал за големом и отдупился. Все. Вот теперь, ребята, точно все. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.